МВД Украины проверяет обстоятельства смерти депутата Верховной Рады от партии регионов Михаила Чечетова. Этой ночью он выбросился из окна своей квартиры в Киеве. Супруга обнаружила прощальную записку, где он объясняет, что иначе поступить не мог. Родные коллеги Чечетова утверждают, что именно политическое преследование оппозиционера киевскими властями стало причиной его самоубийства. В последнее время он находился в состоянии глубокой депрессии из-за открытого против него уголовного дела. Как заявили однопартийцы, депутата полностью сфабрикован. Прокуратура Украины обвинила Чечетова в потасовках при регистрации голосов в Раде и грозила другими разоблачениями.